Всем привет, любители хардкора, с вами Валерий Хаус и Final Resistance. Продолжаем убивать инопланетных захватчиков в этой замечательной игрушке. Поехали! Итак, дневник Гриши. Дневничок Гриши. Большая часть личного состава благополучно прибыла во второй бункер. Самое ценное оборудование спасено. Пришельцы нашли способ перехватить наши сообщения, поэтому все радиопереговоры временно прекращены. Убедившись в безопасности наших каналов связи, мы восстановили контакт с Вогином. Я не особенно беспокоился о нем. Я уверен, что он всегда сможет позаботиться о себе. Да, мы можем позаботиться о себе. Вогин, мы спустились во второй бункер и обустраиваем базовый лагерь. Нас до сих пор не обнаружили. Но несколько транспортов так и не пришли. Каков план действий, сэр? Окей, ты встретишь доктора Картер вот в этом месте. Свободных челноков нет, так что пойдешь пешком. Имей в виду, там недалеко база пришельцев. Дальнейшие инструкции у доктора Картер. Активность противника в этом районе? Замечены воздушные патрули, занятые поиском транспортов. Если обнаружишь кого-нибудь из наших, помогай, чем можешь. Отправляемся на своих двоих. На вас пешком 11, как говорится. Так, что у нас там за задание? Далее. Доктор Картер выполняется. Добраться до места встречи с доктором Картер. Понятно. Всего лишь навсего нам надо добраться до места встречи. Так. Слышу уже врагов. Ой. Я вечно нажимаю на... что у нас тут? Квадратик. И это кружок. У меня цифра 4. Я играю с геймпада. Вот. И он выпускает ракету, которую, в принципе, мне не нужно, чтобы он выпускал. Так, там летающая сигнализация. Жестяная банка, как я их называю. Так, кто-то там еще. Оу, с базукой. Чувак. Да целься ты на него, а? Управление мне когда-нибудь доконает здесь. Так, здесь по-любому нужен ключ от калитки. Так и думал, что здесь нужен какой-нибудь ключ. Так что двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Чё, неустранимый сбой системы какой-то у нас тут. А, у нас жизни мало. Поэтому нам так... Так, может... А эти у нас камеры не уничтожаются. Я так полагаю, на свет лучше не попадаться. Будет... Ой-ой-ой и ай-яй-яй. Сейчас мы тебя... Ой, еще живой. Ай-яй-яй. Умри. Где нам здоровье дайте? Дайте нам здоровье. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так. Пришло время использовать аптечку, аккумулятор щита. Ага. Отсутствует один из компонентов. Вообще нормально. Так. Окей. Воу, да здесь у нас пусто. Нет никаких проходов. Что? Что делать? Так. Может... А! Вот куда нам надо.
Эй, вы, наверное, едете на новую базу? Ага, едем. Эта коломага сломалась, да и горючего нет. Есть тут одна мастерская, но она захвачена. Проще сразу сдаться. Довольно. Пойду выясню, в чем дело. Довольно. Мне уже не больно. Так. Что нам надо выяснить? Заправить горючим грузовик сопротивления. Окей, так. Аккумулятор. Аккумулятор. Я думал, меня убили. Если честно. Не хочу показаться неблагодарным, но у нас нет горючего. И мы не знаем, как выбраться отсюда. Мост-то разбит. Окей, сидите тут. Я скоро вернусь. Как всегда, берем все сложные задания на себя. Патроны, патроны. Лучше бы дали аптечку. Патроны у нас и так есть. Так. Грузовик как будто в этой стеклянной зеленым за зеленым стеклом таким стеклянный. Так что? Короче, нам это не по силам. Так. Предмет не может быть... быть использован. А, требуется канистра. Сюда надо заправить, получается. Так. О, да ладно, мы можем двигаться. Давайте сделаем это, что ли. Куда-то пододвинули. Требуется аккумулятор. Вот куда нам надо. Да что ты, я же... О. Погоди. Нам для начала надо найти канистру. Воу-воу-воу! Инопланетный корабль высадил десант. Отлично! Так, прибыл десант. Воу-воу-воу-воу-воу! Ай, здесь у нас пушки. Жесть! Ну-ка, прекращайте. О-о-о-о, здоровье, здоровье. Yes. Так. Так, давайте-ка. Сдохнем. Воу-воу-воу, тут еще бомбардировка какая-то. При здоровье. Так, базука. Че, ни разу не попал? Че за жесть? Окей, ты где? Козла мочи, да. Yes. Так, теперь главное не сдохнуть. От инопланетного десанта. Здоровится, отлично. Хоть здоровьем обзавелись. Это радует. Это очень радует. Но. Ключа-то у нас нет. От калитки. Нет,
Так, окей. Давайте попробуем сходить сюда. Здесь такой спуск вниз. Оп. Забраться. Ну, речь-то, давай лезь. Во-во-во-во-во-во. Так, погодите, надо пушечки, наверное, как-то отключить, что ли? Лазит так вообще. Давай, речь, доставай. Гранаты взяли. Гранаты взяли. Воу-воу-воу, сдохни, 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 сдохни. Окей. Ага. Нам все равно надо внутрь, чтобы пушку отключить. Нужно убить того, кто ей управляет. Здоровится лежит. Отлично. Здорово. Просто великолепно. Так, пушки теперь нас беспокоить не будут. Можно смело двигаться на другую сторону. Тут, смотрите, тут еще можно двигать. Можно двигать ящики. Про мост они разрушены, говорили. Скорее всего, надо сделать дорогу, чтобы проехал грузовик. Куда ты в бок-то ползешь? Вогин. Так, вот еще один ящик. Его, наверное, надо сбросить вниз, если получится. Куда ты толкаешь? Управление, конечно, здесь говёное. Надеюсь, я правильно все делаю. О, куда ты потащил? Так, так, я не понял. Так. Ха. Интересно получается, да? Не влазит ящик. Так, может, вот этот у нас не до конца... А, его вообще нельзя двигать. Что за жесть? Что же делать, что же делать? Подвинул. Теперь должен влезть. О! О-хо! Нифига, он там трансформировался. Так, теперь можно пройти по мосту, поэтому, да? Получается. Так, мы не были на той стороне. Все, никак не добраться. Друзья, поддерживаем лайками. Ставим пальцы вверх, чтобы было легче мне проходить.
а также подписываемся на канал. Вам всего лишь стоит нажать кнопочку, а мне приятно. Это ж не столько много трудов занимает. Так, вот и канистра. Канистра есть. Ключа мы так и не нашли, чтобы открыть калитку. Но да бог с ней. С этой калиткой. Давайте возвращаемся назад. Ага. Вот в обход. Человек Вогин. А куда ты упал-то, блин? Твою мать, а? Так. О, мне даже не попасть просто в проем из-за этого долбанного управления. Так. Возвращаемся к грузовику. Где у нас там выковыренная дверь? Зальем сейчас квадратную дырочку. Ну, твою мать. Отлично. Я думаю, есть надежда. Отлично ты думаешь. Так, что нам надо поднять теперь его? И... Ключ от калитки взяли. Ха. А нафиг он нам теперь нужен? Да за... как теперь? Во! Так. Правильно хоть сделал? Надо было поднять или чё? Я не могу поверить! Извините, что я сомневался в вас. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Вот так бегают просто. Что это за трандулет? Они, кстати, опять без меня уехали. Я, значит, им канистру тут с бензином припер. Аккумулятор тут поставил, мост сделал. Они взяли так и свалили без меня. Вообще нормально, блин. А мне тут бегает пешком. Ноги-то все-таки не казенные. Уроды. Стараешься. Все понапрасну. Воу-воу-воу, снова у нас тут. Опять тарелка. Пережду здесь. Будь предельно осторожен. Ты находишься на бывшей базе сопротивления. База брошена несколько месяцев назад, но системы охраны все еще работают. Отключи их и выбирайся оттуда. Гриша там что-то нам все наговаривает. Так. Отключи систему безопасности, да, он сказал? Я так полагаю, на эти огни лучше не попадаться. Вообще отлично. Так. О, вижу сохранение. Сохранимся на всякий случай. Так, а почему мы не стреляем? Какое нафиг обращение к карте памяти? Ты чё? Как здесь?
Так, она не уничтожается, я смотрю. И что нам? Что нам тут делать? Так. Куда бежать? Куда идти? Нужен ключ от лифта. Ни черта у нас нет. Где-то должна быть лазейка. Вот она. Так, никого здесь больше нет. Кнопчанский. О, дверь открыли. Так. Получается, нам вентиляцию, что ли? Пододвинуть надо. Коробку. Лезь давай. Так. Там что? Воу. Ходов-то. Ладно, давайте пойдем сюда. Так, что-то кто-то от нас опять что-то Райли, хочет. Это споры пришельцев. Мы изучали образцы этих спор, но знаем пока немного. Известно, что споры разных цветов активно реагируют между собой. Будь осторожен. Следи за собой, будь осторожен. Какие-то споры. Блин, взял синюю спору какую-то. Анализ завершен. Смесь желтых и синих спор – крайне едкая кислота. Синие и красные споры реагируют с кислородом, излучая свет. И, наконец, при смешивании желтых и красных спор происходит громкий, но безопасный взрыв. Так, а их, значит, можно смешивать, да? Смешать. А-а-а, что я сделал? Я что-то не то сделал. Хорошо, они здесь появляются снова. Так. Ну, в этой комнате нам делать больше нечего. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что там интересного у нас в этой вентиляции. Так, здесь у нас пусто. Я офигею. Идиот просто вентиляции там в полный рост. Так, отсюда мы выпрыгнули, да? Ой, залезли, то есть, изначально. Что тут? А там? Что-то ходов у нас тут. Тут все разрушено получается. Нам не пройти. О, еще проход. А, это просто глюк. Кусок стены, кусок трубы исчезает. Вы видите, как трубы двигаются, когда я прохожу мимо них. Выгибаются как-то. Какая-то жесть. Так. Ржавая решетка. Откройте список предметов, нажав кнопку Select, а затем... Понятно, это у нас кислота, да, получается? Надо... О-о-о! Нас не остановишь. Никакие решетки нам... Преградят дорогу. Так, что здесь у нас? Ключ от лифта, отлично. Это здорово. Так, здесь никого у нас. Нет, никто. Дверь не открывается. Понятно. Так, нужен пропуск. Нам туда не попасть. Чё, обратно?
Оу, это тайная дверь, что ли? Тайная комната. Так, обратно. Движемся к лифту, который был закрыт, от которого мы ключ сейчас взяли. Шевели ты давай своими квадратными булками, но быстрее. Так, здесь у нас что? Тоже ни черта нет. Тупик, как говорится. Воу, ты откуда здесь взялся? Или это мы вообще кто-то в другом месте? Что-то я вообще заблудился. Да, Сельс, это на него-то. Что-то я не могу въехать. Сельс, это на этого с базукой чувака. Ну. Логин, конечно, хороший солдат. Так. А, вот и главная комната. Давайте еще раз сохранимся. Можете себе позволить здесь попользоваться быстрыми сохранениями. Так, использовать предмет, отлично. Блин, сколько вас? Да какого черта ты? Где? Умри, умри, умри. Так, я вижу снова карточку с паролем из этих, из цветов. Мы уже встречали такой. Так. Все здесь, да? Больше ничего нету, получается. Здесь мы еще не были. Давайте посмотрим. Кто задание выполнили какое-то? Черт возьми, вы кто? Конь в пальто. Меня зовут Вогин. Лейтенант Вогин из ячейки сопротивления Бета-1. Из маленькой такой ячейки. А вы? Фрэнк Травельон, охрана магазина. Не понимаю, почему вы не покинули базу вместе с остальными? Кто-то же должен поддерживать компьютерную сеть, не так ли? Я создавал ее своими руками. Я не могу бросить ее просто так. Хотя эти киборги все равно все разломали. Послушайте, мы должны выключить систему. Как это сделать? Практически никак. Вы думаете, почему я до сих пор здесь? Терминал не работает, значит, придется идти к серверу. Там надо ввести служебный пароль. Безнадежная затея, но на всякий случай возьмите этот пропуск. Мне он ни к чему. Так что там с паролем? В том-то все и дело! Я его забыл, а запись обронил где-то в подвале. А сейчас там киборги! Мы уже нашли. Не волнуйтесь, найду я вашу бумажку. Уже нашли. А после перезагрузки вы свяжетесь со своими и уйдете отсюда. Да, хорошо. Оказывается, бумажка, я думал, это такой железный ключ, на котором нарисованы разные цвета. Так, все, он нам дал пропуск, да? Да, пропуск есть. Возвращаемся обратно. Так. Где у нас там? Здесь? Отсюда мы пришли. Монатель, да хватит там молиться этой коробке. Так. Прямо, да, получается, здесь тупик? Какой черт, я ничего не вижу. О, здесь тупик.
Почему нельзя ускориться, но... Нудные вот эти вот лазания по вентиляции. Так, основной пропуск. Есть. Так, и какой у нас пароль? Красный, зеленый, красный, синий. Красный, зеленый, красный, синий. Красный. Зеленый. Воу-воу-воу! Красный, зеленый, красный. Нифига себе, тут еще от переохлаждения можно умереть. Спринг Оверс. Желаю вам приятно провести время. Отлично, нас еще поприветствовали. Что за звук? Так, нам обратно? Снова это вентиляция. Ржавые двигающиеся стены. Так. Да какого черта? Все, пулемета нету. Отлично. Пулемета нету, и куда нам идти надо? О! Дверцу открыто. Отлично. Давайте сохранимся. Так, сохраняемся. И на этом я заканчиваю, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Отписываемся в комментариях. Делимся с друзьями. Вот. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем хардкора. Всем пока.